Так, ну что, искупнемся? Давайте. Опачки! Привет, привет. На самое знаковое наше обливание. Почему-то всегда за рулем это ты. 22 августа. Аэропорт в количестве 15 человек выехал в очередной раз в купель. Сегодня первый раз за все лето так похолодало на улице, плюс 14 градусов. И как показывает практика, почему-то когда температура уменьшается, народу у нас на обливание становится больше. Массовик, затейник, как дела, племяш? Баба-яга рулит. Какая баба-яга рулит? Рулит Ярополк. Боимся? Очень. Как бы сегодня народ, погодка-то уже не плюс 28. Быть здоровым — это модно. Может, громче говорить? Быть здоровым — это модно. Какая фраза? Быть здоровым — это модно. Молодец. Халк, все, я проснется? Да. Понятно. Виталь, как обычно, напутствие какое? Быстрее, выше, сильнее. Приехали на место. И сразу выглянуло солнце. Значит, не просто так мы занимаемся закаливанием. В любое время года здесь очень красиво. Ну, какая-то связь с природой, так как ты приходишь сюда и непосредственно испытываешь прямую связь с природой, окунаясь в источник. Второго августа Ярополк в очередной раз приехал в купель. У нас сегодня уже 12 обливающихся. Ждем всех присоединиться к нашим воскресным поездкам в купель. Мы круглый год именно ездим и купаемся. Самое главное, закаляемся. Как раз вчера немного горло першило, так как после 13-километрового кросса напился холодной воды. Сейчас один вариант. Либо я вылечусь, либо я еще больше заболею, но, как мне подсказывает мое сердце, я, скорее всего, вылечусь. Естественно, я шучу, вылечился. Первый раз купаешься? Да. Как тебе, думаешь, понравится? Закаляйте свой иммунитет, посещайте купель с купелью, вы развиваете свой иммунитет на все 100%. Поехали! Thank you.
Ну что ж, окунулись. Настроение супер. Я чувствую, что мое горло прошло. Каждое воскресенье, практически каждое, если нет мероприятий нашего клуба по воскресеньям, мы выезжаем в купель. Записывайтесь, ждем всех желающих красногорцев, чтобы с нами окунуться и зарядиться положительной энергией.